Итак, ребята, город Калика. Продолжаем наш дикий запад. Ковбой Мальборо снова в деле. Для начала давайте прошвырнемся по нашему. Да. Чё хотел-то? Ладно, я твою бодягу читать-то не буду. Хотел я прошвырнуться, посмотреть. Вроде, по-моему, здесь все собрал. Как бы. На больше, как говорится, не рассчитывал. О, девчонки-то какие. Ты куда-то спешишь? В баре закончится виски? Джесс. Когда мы затащили сюда твоего отца, он был весь в крови. С ним все будет в порядке. Он слишком упертый, чтобы умереть вот так. Я повидал немало боевых ранений. Что же до Улима? Наверняка половина этой крови даже не его. Должно быть, повсюду падали дирижабли, прыгали ведьмы. Даже и не знаю. Может быть, клещи, которые не хотели просто отпускать. Возможно. Они заразили его? Нет, это не может быть. Джесс, прижи лошадей, просто подумай. Они проникли в институт, и вот как позволили вам с Уильямом уйти? Сам подумай, Джесс. Когда клещ обращает фамильяра, он формирует некую связь. Хозяин может заглянуть в разум слуги. Что если сформировали связь, скажем так, человеком, который разработал твое оружие? Эдгар, на случай заражения у нас есть четкий приказ. Заражен, значит, мертв. Это его слова. Выдохни, у меня есть идея. Помнишь ту хрень, которую я нашел в озере Мореппа? Растение, с которым мы планировали сделать лекарство. Я не собираюсь рисковать жизнью отца. Вливай в него какой-нибудь волшебный болотный отвар. Узов у нас в руках все равно больше. Джесс, Дабан и его больное творение начали войну на нашей территории. И я уж точно ни хера не хочу идти в боевой опыт без генерала, а ты? Да. Растение все еще в руинах поместья. Я проверю, осталось ли что-нибудь в лаборатории. А ты? Я пойду. Ты лучше позаботься о перчатке. И досрать хотел эту перчатку. Я не буду сидеть сложа руки, пока мой отец отращивает клыки. Никто тебя не заставляет, брат. Если меня сапают, от поражения нас будет отделять только ты и эта перчатка. Я справлюсь, ясно? Приглядывай за любительской докторшей. И не отходи от Уильяма. Понял? На случай, если я не вернусь вовремя. You got it. Блин, девчонки симпатичные. Да, девчонки, ну что, мы идем дальше. Что у нас здесь? Здорово, пацаны. Может быть, венца дернем с какого-нибудь бочонка. Так. Двери открываются. Проблемы начинаются. Да ладно. Что у нас тут? А, ну мы же здесь были. Здесь вроде все местные, все свои ребята. Я не думаю, что тут какие-то у нас возможные проблемы будут. Так, ну что? До недавних пор кровопийцы размножались, обращая фамильяров. Процесс медленный, но эффективный. А сейчас появился новый вид, который плодится словно кролики. Этот вид свиреп и подвижен, но его по-прежнему нельзя назвать следующей ступенью эволюции. В какой-то степени это шаг назад, поскольку существа глупые и кровожадные. Обычное мясо. Тогда Дабана представляет себе армию. Просто люди, обращенные прислужников. Или кем-то там еще их назвать. Грязнокровные? Точно, сэр. Чудное замечание. Думаю, чтобы узнать наверняка, нам надо изучить лесопилку. Лесопилки просто так не подобраться. Без рабочей перчатки нам не удастся развеять морок. Приморок? Значит, сейчас самое время проведать местного гения.
Морок, скорее всего, правильно. Ну, неважно. Разберемся. Боже. Почему это такая свинья? Бумага, крутая бумага. Тут ни хера нету. О, здорово. А где мои заметки-то? Понятно. Эй, ты. Как мы знаем, феномен самоиндукции Фарадея. Вирджил, давай полегче, а? Ты говоришь с полевым агентом. Да ладно. Вы точно не хотите услышать радиографическую шутку? А, насрать. А вот и она. В двух словах, я исследовал устройство прерывания и обнаружил проблему. Она потребляет слишком много энергии. Лучший инженер института, да? Ага. Может быть, прежде чем затыкать Вирджилу рот, мы дадим ему шанс, а, брат? Нельзя уменьшить устройство до бесконечности. Если вам нужен работающий прерыватель, вам придется смириться с тем, что не будет переносным. Перепереносным. Как любезно заметил Милли, я полевой агент. Я работаю в поле, понимаешь? Если перчатку нельзя носить с собой, она бесполезна. Не хочу на тебя набрасываться, но... Кажется, хочешь. Но если перчатка не зарабатывает, всем конец. Ты сможешь починить, нет? Что ж, если я мог бы достать парочку катушек из начального прерывателя. Ладно, где мне их найти? Все, мы отправляемся на дальнюю заставу Ир. Будем искать катушки. Надо ему две катушки, да, для счастья. Тогда, глядишь, у нас все получится. Но в любом случае... Катушки, это не проблема. Итак, недавно нам сообщили визуальную аномалию Бакстере в шахтерском городе. Оказался был морок. Директор Антин направил меня сюда с ящиком тяжелых электрических катушек. Они должны были помочь нашим инженерам развеять иллюзию. К сожалению, прежде чем команде удалось собрать какие-либо данные, клещи уничтожили ячейку. И что должно было быть спрятано крайне важнее? Их живых никого не осталось? Как мне узнать эти катушки? Ищи миниатюрный электрический заряд. Всего так и понятно. Собирай барахло выход через 5 минут на исходную. Итак, я пойду первым и расчищу путь. Постарайся не умереть, иначе Блэквиллс меня шкуру спустит. Понял? Да, есть, мистер Джесси. Все, давай, брат. А я буду развлекаться. Итак, что у нас есть? Что касается у нас улучшений, что я могу улучшить? Так, 8-й, 6-й левел, 11-й, так. 6-й левел, у меня только 5-й, да? Здесь тоже 6-й левел. Особенности как бы тоже. А что такое? Ладно, чё, братан, мы отправляемся с тобой в ад. Ну, для начала в переходной между ними. Баксы. Письмо Бакстера... Ага, шахтёра. Что-то как-то все тут скромновато пока что. Не слышно, не видно. Включаем. Вот тебе и подача напряжения, да? Сейчас, походу, кавалерия подтянется. О! Пехота! Ну чё? Раз на раз, давай, поехали. Ах, ублюдки, сука. Блин. Да что такое-то, а? Чё ты не бегаешь-то, а?
Ну-ка, давай. Что это за мразь, блин? Беспонтовая какая, блин. Что? Ну? Ты же был такой борзый. А если я тебе прорублю прям по бороде, блин? Следующий. Немного что-то долговато мы с ними выясняли отношения. Так, залетай. Что тут интересного у нас? О, баксы, евро. Ну, нихера себе. Сколько у меня, кстати, денег? 16 тысяч. Вообще неплохо прям. Так, нам, походу, наверное, вниз, наверное. Хотя нет, вот смотри, как катушка, по-моему, да, там? Money, 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 money. I said money. I'll take it, да? We got it. Let's go. Money, money, money. What's be funny? It's my rich man's man, да? Это кто? Удалось найти? Нет. Должно быть, не перевезли их куда-то по этим рельсам. Смотри-ка, они оставили здесь. Так. Пожалуй, надо бы испытать в деле. Спасибо, братан. Так, ладно, мы идем дальше. Калечит стержень. Интересно, чем калечит? А, понятно. Здорово! Давай, подкатываем. Давайте, пацаны, не стесняемся. О, отлично. 5 баллов, ребят. Ух ты! Ты смотри, что делает, а? Че, дурак, что ли? Ага, давай, 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 давай. Давай, ребятки, давай, давай, поехали. Бам! Какого тут только дерьма нету, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, полегче, все нормально. Ага, хорош, давай. Ты еще не сдох, что ли, там? Могу помочь с данным решением проблемы. Давай, погнали. Опа! Что? Хочешь двоечку получить, коронную? А у нас левый коронный, правый похоронный. Угу. Ух ты, это что, повод подраться? Давай. Я на запчасти разберу. Это что сейчас было? А, это так. Излишки производства. Так, что-то я подобрал. Уильям... А, ну понятно, фотография. 80-й год. Отлично. Ну, допустим. Ничего у нас интересного здесь нету, а мы идем дальше. Угу. Толкать будем опять. Вагончики. Медальон, рисунок, кажется, индийский. Так, погоди-ка, ну-ка. Нихера он здоровый, паря-то, блин. Настоящий мужик. Ну-ка,
Давай-ка, поехали. Давай, давай, давай. Ты же здоровый, дядька, я же знаю. Или это не так работает? Двигай по рельсу, как мне это сделать? Не понял, подожди, а что от меня хотят-то? А, ну... Ничего сложного-то и не было. Там мост. Так, одну мы активировали, а что надо вторую еще? Погоди, погоди, погоди. А чё за... Хрень-то, ну-ка. А, всё ясно с вами. Подкати теперь к другому. Я не знаю, сколько сил надо, чтобы сдвинуть такой вагон. Я вообще не представляю, как бы он его сдвинул в реальных условиях. Это надо быть какой рамой, чтобы такое передвинуть. Просто. Ну, у нас дядька сильный. Прошел восток и запад. Сейчас на север отправился в командировку. Поэтому для него это не проблема. Да, конечно, такие копейки собираешь, но тоже неплохо. По деньгам-то прям нормально это выходит. Ух ты, что-то интересное такое подобрал, да? Everybody, rock your body. Да? Письмо. Давай, включаем. Теперь можно идти. Только я не понял. Погоди-ка. А, чё ты, я куда собрался-то? Надо же сюда же идти. Я, кстати, электричеством вообще не пользуюсь. Я считаю его бесполезным. Мистер Джесси, кажется, я нашел короткий путь. Какой-то неказистый вердж. Ну? И как нам это открыть? Конечно, к счастью, у вас есть верный помощник, который разбирается в механизмах. Ну давай, покажи нам мастер-класс. Ну ты красава, ты меня прям удивил. Запустил в космос лифт, молодец. Ну что, абсосы, поехали. Бабах, да? Да ладно. Я не понял. Ты пропускать стал часто прям. Да ну что ты, правда? Да что ты орешь-то? Я тоже орать умею. Запускаем.
Один есть, еще два. Потом может открыть ворота и спуститься. Ты меня обрадовал. Открыть ворота и спуститься. Че, серьезно? Восстановите подачу энергии. Last take. Или one take. Нам походу сюда. Ага, если бы. Так, я не понял, подожди. Мы установили один. Надо еще два найти. Это по проводам, если идти, да? Один наверху. Мне надо вкурить, как мне подняться, я не пойму. Без подъема тоже никакого нет. Давай будем голову, значит, греть. Как нам попасть? Здесь он не заходит. Не понял. Подожди-ка, а чё можно придумать-то? Ой, подожди-ка. А. Окей, Google. Да под ту куда? Ну давай не будем, а вот это начинается опять. Зачем вот это все? На подтяжку поиграем. Так, вторая. Сейчас, походу, опять, наверное, волна будет новая, да? Угу, лифт, лифт типа, да? Типа перемещаемся. Ну, денег, кстати, я нормально поднимаю прям кассу. Угу, действительно. Let's go. Итак, все готово. Да, I can see that. Я все вижу, брат. Не переживай. Это что такое? Серьезно? Мы с тобой поедем в трех вагонах? У нас типа оплата, да? Все занимаем согласно купленному билету, типа, да, пассажирское кресло. Ладно, чё, погнали. Ну чё, мы едем? Сэр, вы в этом уверены? Ты сказал, что по рельсам мы доберемся быстрее всего. Ну, путь, конечно, быстрый, но безопасно ли? Я в этом сомневаюсь. Да ты зануда, Вердж. Поехали, не ссы. Я много раз так делал. О, хорош. Пробраться через ворота. А, ну да. Я все понял. Нормально, поехали. Переключаем ворота, да?
такой дистанции еще попади нормально, да? Ну, хотя, в принципе, не сложно. Все уж на то пошло-то. Ну, спуск такой ничего, чем быстрее сейчас, тем лучше. О, хорош. Итак, идея была, конечно, не лучшей. Надо подобраться поближе. Так, а что у меня по деньгам-то? Почти 17 рублей, да? Я вообще прям миллионер. Да, все в порядке. Да все огонь. Переживай. Да. Я все понял, брат. Сейчас залезу, подожди. Рассказывай, что делать-то будем. С помощью этого станка мы можем самостоятельно улучшать ваше устройство. Погоди, я только что стал бесполезен. Не, без тебя не над кем будет смеяться. Правда? Да, истинная правда. Бластер. Ну так, если бластер открыт, давайте его и откроем. За 5 рублей, ни хрена себе. Бластер. Это все? Так, куда мы с тобой дальше идем? Выдвигаемся, сэр, естественно. Фрейрок, здорово. Давай, стартуй. Давай-ка я тебе двоечку прям нормальную прорублю прям. О, хорош, давай, напрягаемся, ты можешь лучше. Ага, молодец, ну давай. Вот так вот пойдет, красава, да? Не, ну а чё ты? Нормально же общались-то, друган. Ой, какие же мы злые-то, а? А ты своих шестерок решил сюда подогнать опять, давай. Ты думаешь, что ты вот за чит это спрятался, типа у тебя голова не торчит, да? Можно я тебе сейчас левой короной сделаю? На, еще раз тебе. Здорово! Ага, здорово! Бабах! Next! А теперь давайте поиграем немного. Ага. Ну, кстати, бластер-то неплохо прям. Итак, ты как там, Верш? В порядке. Команда Бакстер, кажется, ушла глубже в пещеры, сэр. Вместе с катушками. Идем за мной. Спускайся, брат. Мы с тобой сейчас будем по шахте лазить. Есть кто дома? Йоу. Ну-ка. О. 152 бакса, это нормально. Нам надо пятюню-то, кстати, отрабатывать. У меня денег 12 тысяч, как бы, но все равно неплохо. Давай.
еще, суки, давай. Ага, ага, давай, 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 давай. Йо, дед, да? О, сундучок. Он, походу, богатый, наверное, да? Давайте-ка откроем. Образ призрачный костюм. 95 баксов дали. Так, давайте позырим. Что это у нас тут? Образ призрачный костюм, да? Угу. Ну, вот это, кстати, поинтереснее будет. Ну, по внешним данным. Желтенький как-то он не то. Так, подожди. Нам, наверное, я думаю... Интересно. А, ну, я как думаю, скорее всего, было там, наверное, еще пройти. Ну, ладно, хрен с ним. Клочок бумаги. Давайте-ка тогда мы тут пойдем. Не, дядька у нас нереально сильный, растолкать умеет. Я не знаю, сколько надо силы было бы, чтобы данное сдвинуть. Just move, да? Тут какой-то у нас лед. Там, скорее всего, может быть, я золото пропустил бы, какие бумаги. Но я не думаю, что там что-то было ценное. Хотя уже и не важно. Очко способностей. 2000 дали. И многовес... Ух ты, ну ни хрена себе. Эффектное завершение. Так, ребят, подождите, дайте-ка мы плюшки пособираем. Так. Мгновенный выстрел. Одно очко, да? Купить за 5000. Урон винтовки 20%. Да ладно, пофигу, давай купим. Но нас от этого не убудет. Здесь, так, здесь что? Эффектное завершение 5000. Так, мгновенный выстрел, 5000. Угу. Ну да, с деньгами, конечно, у нас теперь проблемка начинается, но все-таки стоит того. Так, у нас 6-й левел. Сотрясающий удар. Угу. Угу. Так, это перчатка, да? Перчатка-то это все так себе. Сбор. Элементы. Хлопушка, отражение снарядов. А, ну это все херня. Че бы придумать-то? О, ближний урон, да? Дамаг у нас увеличивается. Все, погнали дальше. Я думаю, что скоро, наверное, будет какой-нибудь биг босс. Идти по рельсам теперь, ну куда? О, братан, здорово. Постараюсь передвинуть ближе все, сэр. Let's go. Окей, спасибо, брат. От души. О, вот это что? Это что за дятел? Что это он делает? А, это ты что ли опять, абсос? Теперь мой выход. О! Давай, заряжай, 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 чувак. Тихо, спокойно, не нервничаем. Да ёб твою мать, вас тут сколько наркоманов-то, а? Мадафака бич, да? Ну-ка, пацаны, давайте-ка побегаем немного.
Давай, иди сюда. А, не получится, да? Блин, так-то нормально, кстати, лупят-то они. Можно, кстати, и прикурить прям неплохо. Да ё-моё, блин. Так, 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 так. Я сейчас могу прям отъехать жестко. Да, постараюсь, конечно, не умирать, но не обещаю. Сука. Не успел. Твою мать. Давай, 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 работаем, работаем. Он почти сдох. А, сука. О! Ну, справились. Ты в порядке, Верж? Да, главное, чтобы эта громадючая мышь больше не вставала. Не переживай, ее больше уже нет. Все отлично. Ну такая, кстати, миссия долговатая немного. Кажется, мне удалось найти вход, мистер Джесси. Отлично, Вердж. Пучись, мистер Джесси, придется искать твои катушки на ощупь. Ну, ничего, сэр. С темным заклинением комнаты не привыкать. О, спасибо, мистер Джесс. Что это было такое, а? Это все нормально. Впервые вижу столь занятное существо, похоже на динозавра. Такое ощущение, что еще их в пустыне выкапывали. Что опять? Это невероятно. Данным исследованием существо до кумбовых времен местные называли его Пиаса. Скоты в штаны меня медляют, когда услышат об этой штуке. То есть агента Блума весьма заинтересует эта находка. Мифологическое существо — его специальность. Но видеть такое своими глазами... И что? Жуткая девушка собирает армию прогрознокровок. Какое отношение имеешь к этому ты? Смотрите, последняя запись сделала 3 года назад, 12 мая. Вероятно, в этот день пришли клещи. Этот уродливый трофей, вероятно, был для нас важен. Очевидно, она была против непрошенных гостей. Хватит, давай катушки искать. Поищи место, в котором мы сможем починить перчатку, потому что она понадобится нам прямо сейчас. Город Калика, да? Сейчас загрузимся и посмотрим, что нам там ждать. Что-то подозрительное быстро, это точно работает?
Какова ситуация? Я сейчас как бы занят. Ну, вообще-то это срочно. Нескольким клещам удалось вырваться из подвала. И как бы надо им помочь, да? Это произошло случайно. Я позволю себе проводить эксперимент над пойманными клещами, и ситуация вышла из-под контроля. Красавчик. Мистер Джесси, прежде чем вы впадете в ярость, превратите в жуткого маньяка, подумайте. Ведь это прекрасная возможность. Нам нужно просто подумать, что это прекрасная возможность подать перчатку. Верш, ты в курсе, что ты делаешь? Все, ты мне не нравишься. Помните про неисправность перчатки, которая помогла бы на вашем отцу выжить? Оказывается, эта неисправность просто протокол перегрузки. И благодаря мне вы можете ее контролировать. Не за что. Надеюсь, это сработает, иначе я перережу твое лицо. Мне некогда решать проблему, которую вы, яйцеголову, вы создаете. Прошу, не говорите об этом доктору Блэквелл. Мистер Антье. Да не скажу я, не ссы. Так, что? По поводу денег у нас. 4000, да? Да знаю я про твой подвал. Можешь мне не рассказывать. Ну чё? Ну так, ничего, конечно, заходит нормально. Чё, всё что ли? В смысле, ради вот этой шляпы ты меня сюда позвал? Пятисекундного? Какого-то там решения? Найти Эмилию Блэквилл. Классно. Привет, подруга. Пришли вести от агента Грейвенера. Хорошие или плохие? Это личная информация. Кстати, о плохих новостях. Я нашел останки гигантской древней твари в Бакстере. Не знаешь, почему клещи пытались ее скрыть? Подозреваю, почему агент не подпускает никого к твоему отцу? Безопасность, док. Калика — последняя рабочая ячейка в стране. Пусть такое останется. Пара закрытых дверей — это вынужденная мера. Но профессиональный медик и глава этой ячейки я. Значит, тебе знакомо понятие субординация? Так точно, сэр. Эмилия, ты не обязана. Я предпочитаю доктор Блэквелл, сэр. Готов к докладу, как пожелаете.